о нем в деревне. Бывает, выйдешь из дома и к другому концу села уже всех собак за собой собрал. В общем, вот вам видео с похожей ситуацией. В каком-нибудь маленьком городке. Это вот такой вот у них способ экстренного включения уличного освещения. Так, ребят, у нас ЧП, нам нужно срочно выключить все фонари в городе. Короче, нам нужно 9 тысяч ребят на велосипедах и 27 тысяч собак.